Сом. Так, там драка. Также Ильяс. 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 Очень красненький. За ФНГ забирает First Blood. Сделать, к сожалению. Ой, убьют ФНГ. И ФНГ тоже убьет с собой Ильяса заберет. Ну, молодец. Так, ну что? Паш полетел, яйцо уже есть, можно будет поставить. Пробовать, если сейчас грамотно раскидать. Неудачно, он кинул спиритов и сразу яйцо не поставил. В итоге, если бы он поставил его сразу, было бы намного профитнее здесь. Зайчик, зайчик. Нашли его. Зажимая просто бутербродики. И Шача получает убийство. Так. Так, Паша без яйца, если что. Там хороший сноубол от вампира, вампир. Ну, его могут зарыть. Да и шарды, крестовать подходит, уже все. Крестовать разогнался, он очень быстро уже. Тут нужно что-то делать сейчас с Дримом. Но Паша может поставить сейчас супернову. Он ее ставит, не жалеет, правильно. Илья сдавал свап. А, есть грим, все нормально. Сандрух все успел дать, но сейчас взорвет супернова, так что будет прекрасно. Дрим уже без... ничего, и еще и ГПК пролетел, внес импакт, умер, там прыгает Мэджикл, прекрасный РП, прям под утроитой, как же они сейчас красиво делают сноубол, да неужели сноубол сейчас успел сделать вампир, ну и прекрасно, сноубол, свап, Ильяс, Мэджикла спасает, сам умирает, или Мэджикла не спасает, наверное, а какое начало было красивейшее, да, вы это видели? Как было красиво поначалу, ФНГ красненький, оставайся, просто такую сделает, и умирает. Он выжил. И забирает в итоге у нас зайца, минус заяц. Там еще Ильяса подцепили. Как же Нави сейчас не повезло Мэджикал. Даже если он дальше с РП, будет не очень удачно, не получается. РП не дает, будет драйвить неудачно. Есть дринков, РП 5 не даун. И здесь какой-то тотальный развал от гамбитов идет. Мэджикал отцепляет, минус Мэджикал. Свап, свап, Дрима, по сути, шторм, успеет для Сандра, не получается, Булдред его взрывает, но 2 в 1 разменялись, 3 в 1, извиняюсь, плюс... тоже можно, из Дринкова, Кристаллайза, пивасик повесили, кстати, шторм, но панда разложилась здесь, так что все в порядке, Шайчо сейчас будет бить Кристаллайз, Кристаллайз слаб, прекрасно, барбан нажимается, убегает Кристаллайз, отсюда убежал, но убили зайца, яйцо Паша поставил неплохое, но никого оно не постанило, Сонры по ГБК не достает, но достали зато вампира. Шайчо без Primal Split, есть РП, зачем ФНГ, видимо, под него хотят драться, есть нейротоксин ФНГ 9 уровня, очень много он урона наносит. Это вроде пятерка команды Гамбит. Убивает просто мидер команды Нави. Ну, конечно, не одна. И забирают еще и Ильяса. Там пошли в рошпит у нас Гамбиты. Ой-ой-ой-ой. А те у нас баг Дизолька играет. Да, глимсуют обратно. Вампира, вампира. Глимсанули вампир. Вампир, Паша против на Шиве. Хорошо, вампира взрывает здесь. Есть Дринков, прекрасно просто. Убивает еще и зайца. Размен один в один. Вампир выкупается. Дрим под БКБ. Есть РП. Прямо под яйцо. Убивает Дрима Мэджикал. Хороший РП был, кстати. Хорошая. Дальше пошли. Там очень красный, красненький панда. И панда взрывается прямо в прямом сплите. Ну и вампиры неплохие шарды сейчас. Эра. Ну это ФНГ. Опять же, знаете, вот если... сейчас, секундочку. Паша залетает на Шиве. Есть Санрей неплохой. Хорошо, хорошо. Хилит очень. Ну и как же хорошо дерутся команды. Сейчас с нами минус 2 уже сделали. Дрим красный. Мэджикова тоже можно будет сейчас убить. Мэджикова забирает. Дрим дерется до конца. Сандер у него в кулдауне уже. Свапает обратно. Конец БКБ. Есть стан. Урон нужно по Дриму дать. Минус Дрим. Минус 3 делает Нави. Нави неужели не камбэк? Сейчас ФНГ тоже умирает. Минус 4. И полетел Пак. Пак за Зайцем. Дандерстрайк пошел. Зайц убивает. Шива. Икарус. Пак. Так, попадая по нему, Паша безупречно. Я поднял наконец-таки Егу, уже. Там Шайчо, есть Дринков, хороший от ГПХ. Паша с Нрэем подогревает всех, всех хилит. Все хилится живут, Праймал Смит пошел. Паша Шива неудачник, с яйцо возможно получится. Потому что у него не подсейвится. Нрэй, конечно, жжет, зайца уже убили. Да, он стих шторм, нет, взрывается. И проблема здесь у Нави сейчас будет. Потому что их сейчас просто будет убивать. Свапает Илья с Мэджикла, спасает. Прыгает Пак, шикарный, шикарный солец был. И сбивает репорт Кристаллайза за последнюю секунду. Пошли дальше, стан хороший был. Паша тоже может поймать здесь, минус 4. Дел команда Гамбит и один Илья спасается. Будет ли они дальше дефаться? Ну, у них типа есть, да, Магнус, Импауэрс, дела. Вампиры грызут обратно. Прекрасно. Сноубол, но нет, не очень прекрасно. Такой...
вампир, хорош, Дримкл пошел. Стихшторм, Кинетикфилд, ГПК бы спасти как-то сейчас. Нет, не спасут. Так, гамбиты заходят, Ильяс, Вайпер Страйк пошел, прыгает Паша, забирает себе вампира, Егис, вампир, своровал Егис, Паша, конечно, дал хороший ультимейт, вампир умирает первый раз, взрывается яйцо, и уже нету яйцо, ГПК запрыгивает, Дримкоил ставится по трем героям, ГПК дальше, ПКБ нажимает, и Magical RP по Дриму, Дриму вообще что-то ни холодно, ни жарко, пошел Бодрай, Дрим сейчас будет просто наваливать, все, Паша уже умер, он единственный без байбека команды Нави, Magical укатывается отсюда, ну, в таверну тоже полетел. Дальше пошли, ГПК встанет, ГПК шифт и невероятный урон, ГВП, Паша прописывает это, 1-0 за командой Гамбит, сейчас забирает не первую карту, а, Пак наконец-таки выиграл, но тут как бы, опять же, у Нави был пик не самый лучший, Блудсикер, Магнус, Мид опять же, так что 1-0 за командой Гамбит у нас. И вообще, я даже не помню, чтобы играли через инвокера Нави. Ну и там появляется еще и Шторм Спирит для команды Гамбит. Очень интересный пик у Гамбитов. Тут нападение вышло сейчас, и Гамбит отбирает его. Дримово типает, и сейчас я примерно понимаю, что будет с ФНГ уже. Если что, Пашу забирает. Нет, ФНГ выживает здесь, там, где тебе нужно. Так, ветра, ЕМП, опять же на ГПК, СПС прекрасно залетает, ГПК мана хватает, ГПК выживет здесь. Еще и развернется, там даст тычку, похоже, позает шальной вампир. Пытается кого-то тотемочком подцепить, неудачно, штучки Дрим. Хорошая, кстати, цель будет, получится убить, урна есть, есть колснэп, есть ЕМП, а и вампир без маны, тотемчик. Поздно вампир пришел, поздно. Мана маловато было. Шейчуо. Шайчо. Ой, фу, Шайчо, Мэджика умирает. Там, на, и Шайчо поймали. Паунс пошел. Есть 7 от зайца. Барабан Шайчо, конечно, клацает. И свап успеет для ФНГ. Будет свап, Шайчо выживает здесь. И можно будет ФНГ за это наказать. Вот, зайц дает корни. Приходит ГПК. Он кристаллайт, кристаллайт, убивает. Свап пошел. Ой, хорошо, ФНГ еще свап, ФНГ. В этом замесе башит ГПК так. Сейчас устраивает флекс полнейший. И делает трибл килл ГПК. Опа, обе спорты, я же чего неудачные. Неудачные. ГПК лететь не будет, хотя там драка-то начинается. Вампир дает ХС своим, хороший ГПК. Спасается вампир под спирит веслом. Пока что живет еще Ильяс. Хорошего крапира, заяц красненький. Дает корни перед смертью, даун, мультишот. Запускает ровка свой, Дрим пока что работает. ГПК мана есть, но уже маловато ее сейчас. А СПС прекрасный, по Дриму есть газ. Ой, гаш с нее, но тут, нет, тут таверн, Шайчо тоже. Братка, 400, там чуть меньше, может, сейчас чуть. ГПК, Паша. Пашу поймали, Пашу зацепили, минус Паша. Будет сейчас здесь, там ГПК за Ильясом. Ильяс дал ветра неплохие. И пытается репорт сделать, и улетает. Секундочку. Тебе тоже всего самого наилучшего. Нападают у нас на ФНГ, ФНГ форстав. Пошел Атолс, есть Хисурос, замечательный вампир. Крестовать пока что в БКБ работает. Есть корни от зайца, хороший ГПК летает туда-обратно. Ему очень приятно здесь. ГПК вылетает, посмотрит ВС, он выживает. Минус 2 сделали, Нави выкупается вампир. Дальше ГПК сможет ли нанести урон к Дрим. Пошел в мультишот, прекрасно, просто убивает он Пашу. Пашу убили. Дальше за Ильясом пошли, Дрим догонит ли? Догонит ГПК его. Есть перед ВС, есть колснэп, ГПК без маны. Но у него был 116 зарядов. ГПК умирает, догорел он все-таки. На поддержку сейчас, секунду. А там поймали ФНГ. ФНГ с форстав, хорошая фиссура. Вампир телепорт пытается сделать ветра. Неудачный, кстати. Но тут паунс, там прокать баш, ГПК залетает. И прямо на СП сажается. ГПК как же неудачно прилетел, но есть БКБ. БКБ есть, он работает, Паша пытается забрать. Паша не получается, кристаллайз башки работают. ГПК улетает, нападает на Ильяса. Минус 2 сделали в размен на двух героев. ГПК улетает, сюда все. Хотя Шайчо без маны, до свидания. Минус Шайчо, да. И там даже можно будет замахнуться и на тир-1, и на тир-2. Но беда-печаль. Беда-печаль, забирает ГПК. Шикарная драка, Шайчо, БКБ клацает. Слаб пошел, кристаллайза. Есть Дрим. Дрим газ дает, хороший кристаллайз. БКБ, мультишот не получается. Да нормально, да, потому что, блядь, ветра хорошие. ГПК выкупается, ГПК пытается дойти сюда. Убивает ФНГ.
ГПК после байбека Нави отступает. Нави просто бегут. ГПК полетел. На кого? На кого? На Хекс он полетел. И прямо на СП сажается. ГПК ужасное сейчас действие. Нажимает БКБ. Баш работает. Ветра пошли. Живет ГПК, выжил, разворачивается, крестовая сам, пошел Вортекс, есть Салис, будет ли поддержка, будет стан, СП залетает, еще один Эйбис, ГПК умирает после байбека, а вот это уже крах, ребят. Есть БКБ, манты больше нету. Иллюзия, спалили, все, спалили информацию, ФНГ форсается, нападает на Дрима, будет слаб, слаб будет, все хорошо, Хекс есть, ФНГ, конечно, убит, позинова Паша прыгает, форстав на СПС не достает, врывает шайчо, БКБ, начинает драться, ГПК залетает, и Кристаллайз под корни, БКБ прыгает, баш, Кристаллайз, как же он работает, поэтому ГПК, ГПК летает, вжух, вжух. Ага, Пашку, Пашку, Дрим, ну, пытается бить, не получается, у него пока что бить ни по кому. Там шайчо, ГПК летает, что он делает, невразумительно, но Пашу поймали, хотя бы что-то сделали, минус Паша. А Мэджикал под БКБ скоро закончится, Кристаллайз тоже кончается, БКБ уже нет, у него ни БКБ, ни Shadow Dance. В итоге, слушайте, разменялись только 1-1. Ой, шайчо, брат, знал бы ты сейчас, на что ты идешь. На ФНГ. Где ФНГ? ФНГ нужно свапать. Свапать нужно. ФНГ сейчас свапнет его за свапу. Хорошо. ГПК убивает Пашу. Паша получит убить. Чего живет? Пока пира пошел. Кристаллайз. Газ пошел. Кристаллайз. Красный. Минус Кристаллайз. Минус Габита делает еще одно убийство. И зацепили Мэджикал. Мэджикал БКБ. Прячется в инвиз и просто убегает сюда. Брат, сейчас подожди. Если мы успеем, потому что Габиты хотят у нас подниматься. Пытаться свой Аегис реализовать. Ой, вампир прыгает. Это хасом хороший. ГПК врыгает, нападает очень быстро. На кого? На Мэджикал, Мэджикал БКБ. Нажимает, Cold Snap. Свапает его туда поглубже. Поглубже, поглубже. Как забирает Мэджикала. Байбеки есть просто у всех здесь. Мэджикал выкупается. ГПК красненький. Пойдет Санстрайк. ГПК взрывается. Взрывается. Газ пошел. Паша в ветрах. Пока что живет. За ним ГПК. Расставляет ремнанты, есть Вортекс, сбивает его. Ильяс тоже секрас, нужно пытаться забирать. ГПК летает, БКБ нажимает, минус Ильяс, еще минус 2 сделали уже паста. Извиняюсь, Паша. Так, Дрим. Дрим, слаб, зайчик, зайчик, корни по всем. А туда был какой-то урон, пацаны, залить, но нету ничего туда залить. Но убивает, слушай, кристаллы. ФНГ или не убивает, ФНГ выживает, что ли? Да выжил, ФНГ, да неужели? ГПК еще и кристаллика забирает. ГПК, ну он сейчас реабилитировался точно за свои недостатки, да, которые он вытворял в начале игры. Поймали Ильяса, Ильяс. Ветра, база падает. Так, вампир. Вампир, поймали Пашу. Хорошо, была Фессура, ГПК отступает. Ладно. Ильяс, 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 форстафается на хайраунд, он выживает, Шачо клацает БКБ. Рановато нажал Шачо, там Заяц на позиции, но его увидел Дрим, но и есть мультишот, прыгает, он дает корни. Забегает Паша, хорошая позинова, забирает ФНГ, наконец-таки его убили, потому что он в замесе очень много в прошлом жил, нападает на Дрима. Вот наконец-таки его зафокусили, но кончается, БКБ кристаллается, дается хекс по ГПК. Эхо Соем от вампира, прекрасный просто, и Мэджикал он забирает, и кристаллайза без байбека забирает и одного, и второго. И это ГГВП прописывает здесь рожденный побеждать. Но в этом, в этой ситуации они рожденные проиграть. Пока что против гамбитов они еще не способны гамбит выиграть, потому что, ну, пик похуже у Нави был и на первой, и на второй карте, на самом деле. Но все равно гамбиты красавчики, гамбиты делают 2-0 и